Пока что очень равные хп. Грач чуть вперед вышли на 1-2 шота. И смотри, Эвил пытается сбить. Фанат базы. Не уйдет, фанат расстрел умирает. От Эвила база захвачена. Они снова не сбили! Нет, успели. Сбили за долю секунды, ребята. Нужно еще сбить. 5, 4, 3. Еще сбили. Раз сбили. И второй раз сбивают захват базы. Все на Дедхантере. Сведи с Дедхантера и будет Злая хороший бабушка шанс. Приехал с тыла. Просто вообще тут неплохо наваливает. Ну и продолжается драка. Три танка в захвате. Макс Бет на дефе. Данил Свет должен выходить на блок. Выходи сам на блок. Или на нем захват какой-то. Да, на нем нет захвата. Просто выйди, заблокируй и все. Все, оттанчил, оттанчил. Данил Свет минус лоу. Хорош какой минус Дедхантер. Макс Бет пытается убежать. Саленден вылетает, забирает. И вся надежда на Ноуника, потому что у Найкера КД. Захват! И можно захватить базу. Ноуник выстрел, забирает танк соперника, но здесь просто разберут 300-го. Это жесть. Сумасшедший бой, друзья. Это просто нереально. Я не мог никак предположить, что этот бой они могут изменить. Можно потащить, можно забрать захватчика, развернуться и уйти обратно. Если так он сейчас сделает, то будет победа. Дедхантер идет как можно ближе к кругу. Понимая, что он ему и захватим, возможно, придется сейчас стоять и захватывать. Феномен на ствол выезжает сейчас. На ствол, прямо на него линия на вина. Гусля, лоб, куда даст фанат? Ох, красавчик! Мимо от Ноуника, друзья, мимо от Ноуника. 39 секунд, просто убегай, просто убегай. Просто беги, Лола, беги. Если Ноуник побежит за ним, он проиграет раунд. Все, захвата съезжают, он видит. Это не захват базы, это просто победа Феномена, да? Промах Феномена. Все, бежать. Так, ваншот мне, все. Бежать. Феномен, не останавливаться, главное, сейчас. Как хорошо Булку спасают. Спасают Булкина. Промах от артиллерии. Захват продолжается. Захват он весь теперь, на Булкине. Он весь на Булкине полностью теперь. Плетает Фанимаш. Он на дрифте здесь залетает. 13. Булкин один там за трупиками должен прятаться. И все, тогда он заберет раунд. Можно, можно захватить. Правда, сейчас очень долго придется это делать. Собьет. Ластоноги пошел в сбитие захвата. Бабыч Великий с другой стороны с Булкина сбивают захват базы, сбивают и убирают Булкина. И вот он выпад от ИСов, они знают, что их видели, но они сейчас на КД пошел. Ой, колесо и 700 съел, господи, в скупру. Николас закроет здесь, да, или не закроет? Снегач закрывать должен. Снегач закрывает, да, и назад уходят. А почему сотки не включаются? Пришла 32-ка, пришли сотки, все нормально. Джаст выезжает. Тропа, наверное. Погибает колесо, и Фанимаш разбирается по ластоногам. Ластонога должен забирать, также должен забирать Бабыча. Скупра еще жив, да протарани его, снегай. Драка в деревне происходит, погибает у нас танк команды Торнадо. Торнадо делает минус Несп, Диадор зажат, уйти никак не получится. Ис закрыл пути отступления. И забирают Диадора. Ну, подожди, подожди, Диадор еще есть снаряд. Шот поможет ли Лол шотом? Нет, ой, какая альфа не прошла, чуть-чуть бы. И он... теперь Лол, смотри, агрессивничает, выезжает за хейтом. И умирает. Еще и... и умирает. Просто разрыв от команды Торнадо. По-моему, это поражение пошло на пользу. И сейчас просто великолепно играют, великолепный тимплей. Исы пошли уже давить сами. Ну вот это мне аркаду вчерашнюю напоминает. Тут да. Как бы не просчитаться. Есть такое, но здесь три Иса и лишний сразу. Ну, тут просто, видишь, вот в центре есть танки. Они добивают, они дорабатывают. Кир забирает Лола, но дальше дадит. Ну, Ашеры все-таки не аркады.